Привет! В эфире передача «Подпольная правда» и главный подпольный правдоруб «Глагол». Я вам расскажу, оператор Тёма, он за камер покажет, то, о чем не принято рассказывать в игровых журналах и показывать в других телепередачах, потому что между нами они просто ссут это делать. «Подпольная правда» вещает на всю Солнечную систему через www.games.defistv.ru. На Плутоне и кольцах Сатурна нас можно посмотреть в повторе через систему «Стрим». Который год нытики ноют, и квест-то как жанр помер. А если не помер, то давно уже находится, не побоюсь этого слова, глубоко в анналах. И что приятно, на просторах нашей с вами необъятной РФ всегда найдется десяток другой разработчиков, издателей, готовых запихнуть этот жанр еще куда поглубже. Не дали, как в этом году. Разработчики разработали, а издатели издали замечательную эротическую адвенчуру «Алиса Трипер». «Алиса 3. Пиратские игры». Разработчики по понятным причинам пожелали остаться неизвестными. С удовольствием выполняем просьбу трудящихся, поскольку у меня пока все зубы на месте, и, в общем-то, хотелось бы, чтобы они там дальше оставались. Нам обещают 4 соблазнительных красотки и, внимание, цитата, «фрегат запредельных страстей, который ворвется в наши фантазии и вытеснит поднадоевшие стереотипы». Конец цитаты. Я не знаю, что собрался вытеснять фрегат, но только на обложке нас встречает одноглазая пиратка, судя по трусам, ровесница Флинта. И назвать ее соблазнительной красоткой побоялся бы даже мужик, который последние 15 лет провел в камере строгого режима. Правой рукой пиратка так рьяно прикрывает грудную клетку, что сам собой напрашивается вывод: сисек у нее меньше, чем глаз. Остроумных загадок в игре еще меньше, чем сисек. На этом «Подпольная правда» прощается с вами. Пишите письма на «Правда», естественно, @games.defistv.ru. И помните, ни одно электронное говно еще не уходило от нас, не обосрано.